Евгений Куйвашев и руководство «Газпрома» договорились о шагах по модернизации газотранспортной системы в регионе. Губернатор Евгений Куйвашев обсудил с руководством компании совместные планы по модернизации дефицитных газораспределительных станций и магистральных сетей в Свердловской области. От решения этой задачи напрямую зависит ход работы по газификации и социальной дегазификации, а значит и качество жизни уральцев. В совещании принял участие заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, руководители дочерних компаний «Газпрома», члены правительства региона. В настоящий момент создан и работает региональный штаб, который курирует реализацию программы. Я лично возглавил работу этого штаба. Региональным оператором газификации Свердловской области определено акционерное общество «ГазЭкс» и организована конструктивная работа органов исполнительной власти, муниципалитетов и газораспределительных организаций. Вместе с тем, есть ряд предложений, связанных с расширением нашего партнерства, в том числе по включению Свердловской области в программу развития газоснабжения и газификации регионов России, которая реализуется за счет средств ПАО «Газпром». Отметим, речь идет о тех газораспределительных станциях, которые уже вышли на предел пропускной способности газа. По-другому их называют дефицитными или запертыми. Всего в регионе таких газораспределительных станций сегодня 8. Для проведения модернизации их необходимо включить в программу развития «Газпрома». И сегодня мы ведем комплексную работу по развитию газоснабжения. Разработан прогнозный целевой топливно-энергетический баланс области до 2030 года, а также генеральная схема газоснабжения, газификации области на период до 2028 года и перспективу до 2035. Реализация генеральной схемы позволит нам в полном объеме выполнить поручение президента о поэтапной газификации до 2030 года. При этом уровень потенциальной газификации населения региона превысит 92%. Обсудили также планы по реконструкции прежде всего трех газораспределительных станций, на которых существует наиболее острый дефицит, это в том числе распределительная станция в Сухом Лагу. По словам министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николая Смирнова, станция обеспечивает газоснабжение сразу трех муниципалитетов, самого Сухого Лога, Камышлова и Камышловского района. Эти станции, по мнению представителей региона, необходимо модернизировать не позднее второй половины 2023 года. Ранее губернатор поднимал этот вопрос в ходе рабочей встречи с министром энергетики Российской Федерации Николаем Шульгиновым и на заседании Федерального штаба по газификации под руководством вице-премьера Александра Новака.